Меня зовут Ольга Дурсеева. Я современная художница из Латвии. Я не художник по образованию, я творец по зову сердца. За моими плечами нет профессионального образования в живописи, но есть различные преподаватели, курсы и пути поиска того самого инструмента, с помощью которого смогу выразить то, что желаю выразить через творчество. Свой путь я начала около 5 лет обратно, начав с классических техник, с масла и придя к современным материалам, как акрилу. Выбрав для себя, на мой взгляд, завораживающую технику флюидарт. Это техника отражения моего отношения к искусству как к проявлению волшебства. Я создаю необычные картины, исцеляющие души и раскрывающие потенциал людей. Главная концепция моего творчество заключается в создании индивидуальных цветовых портретов, отражающих душу людей и их внутренний свет. Основная идея моего искусства – осветить весь мир блеском личностного потенциала. Иначе говоря, главная задача моего творчества – показать людям, насколько они уникальны и красивы внутри и снаружи. Данный конкурс стал для меня глотком воздуха в плане творческого проявления. Выйти за рамки, создать что-то особенное стало главной задачей и главной искрой. Поскольку все работы, которые я создаю, находятся в собственности клиентов моих, я специально для Golden Talent создала мини-серию цветовых портретов, которую назвала «Женщины в истории». Это портреты тех женщин, чьи души сияли ярко при жизни и оставили после себя яркий, неизгладимый след в истории. Тех женщин, чьи портреты писать для меня было огромной честью. Идея создания серии портретов известных личностей давно жила в моей голове, но именно ваш конкурс стал катализатором ее проявления, за что мне хочется выразить искреннюю благодарность вам. И сегодня я с радостью хочу вам представить одну из работ данной серии. Предлагаю вам по-новому взглянуть на одну из известных женщин в истории, выдающихся женщин, на портрет Грейс Келли. Грейс Келли – это олицетворение чуткости, всеобъемлющей, безусловной любви. Нежная роза, купающаяся в море зеленого цвета, основного цвета нашего сердца. Невероятно теплый, по-мудрому глубокий, по-мудрому глубокая картина. Именно такой получился портрет Грейс. Благодарю вас за внимание.